Приветствую всех, дорогие друзья. Мы с вами в Мексике. Раннее утро. Стоим на дороге, нам тут дико сигналят. Вот, захотелось что-то поснимать в Мексику. Потому что грузовик клевый, фургон не мой, потому что фургоны из Евротрак симулятора сюда не встали. Здесь, видимо, какие-то другие системы, другие. Другие кит-скины нужны, короче говоря. Вот. Ездил я в Канаду. Ездил там еще куда-то. Ну, Канада, в принципе, я тут одно время Канаду ругал. Вот. Но нашел более-менее такие интересные места. В принципе, неплохо так покатался. Но Мексика мне нравится больше. В Мексике есть какие-то горные участки. Вот. Но она все равно какая-то очень длинная. Очень какая-то... Вот маленький, ну, небольшой маршрут. Мы везем с собой кота, картонную тару мы везем. Ну, куда там ее везем? В Лос Мохис, Мочис. Вот. И, в принципе, это недалеко, но, тем не менее, 15 часов надо ехать. Вот. Светает здесь очень... не очень рано, потому что вот сейчас уже 5:45, сейчас только начало светать. Теоретически, если пропускать ночь через консоль, можно смело ставить 5:30 и нормально ехать. Так, место без предела, ограничения скорости нет, едем 60. Сейчас подключится, возможно, ограничитель скорости. Ну, есть в Мексике очень много таких мест, где ограничителя скорости нет. Какой-то вон есть, 110, это где-то 80 миль, наверное, 68 миль. Ну, пойдем 65, пойдем 68. Вот. В общем, тоже захотелось немножко покататься, ну, имеется в виду, не просто покататься, а как-то прокомментировать все это дело. В общем, посмотрим, насколько это будет интересно. Ну, поскольку в Канаде и в Мексике метрическая система, то, соответственно, скорость определяется в километрах в час. И поэтому в милях такие кривые получаются обозначения, там 68 или там 82. Вот, поэтому либо нужно ехать, скажем, если 82 стоит, надо ехать 80, либо разгоняться до 82 и включать круиз-контроль. Ну, в общем, это ерунда. Грузовичок у нас классный. Так, дальний свет вырубим, чтобы не слепило знаки. Грузовик классный, звук двигателя на нем классный. Я уже прямо настолько привык на нем ездить, что забыл про свои капотные грузовики. У меня есть очень красивые грузовики. Один такой прям ретро-классика такая, старый Peterbilt. Так, вот на красный он поворачивает. Хрен его знает, почему он поворачивает на красный. Вообще не понимаю. То есть иногда поворачивать на красный можно. Чего? Спасибо, я понял. Хорошо. Проезд оплачен, будем ехать, значит, свободно дальше. Ну вот, не совсем я. В принципе, тут даже не дело не в том, что я не водитель. Дело даже не в том, что я ни хрена не понимаю в правилах уличного движения. Дорожного движения. Не уличного, а дорожного движения. В принципе, я читал о том, что все эти, ну, то есть работа светофоров,
все эти вещи прописаны здесь не очень хорошо, вот, достаточно условно. Ну, те, кто разбираются, комментировали, что... Короче говоря, я хотел найти мод, который меняет режим работы светофоров, потому что игра прописана таким образом, ну, может быть, те, кто писали игру, посчитали, что это будет интересно, что ты ловишь, сука, все красные светофоры. Здесь же мы не проедем, да? Мы только здесь сможем проехать. Вот. Я хотел скачать какой-нибудь мод, который меняет, значит, режим работы светофора, чтобы он работал как-то, пропускал меня. Чтобы я не ловил все красные светофоры на своем пути. Потому что, когда ездить через город, ну просто, ну труба вообще невозможно, блин. Ловишь все красные светофоры. Вот. Ну, как я уже говорил, возможно, разработчики подумали, что это очень пипец как интересно. О, кстати, надо заправиться. Здесь какие-то странные расстояния между городами. Я переместился быстрым перемещением в какой-то город. Такой, ну, типа Лос-Пальмас, там назовем как-то его там условно. Так, я же могу здесь не разъехать. Ага. Вот, и в этом городе получил задание, и до места, где это задание, где этот трейлер можно получить, собственно, где его можно прицепить, нужно было ехать что-то там 11 или 14 часов. Ну, в общем, странно. Вот, поэтому я туда не поехал, я нашел какое-то другое задание. Просто у меня Мексика очень сильно не изучена. Особенно вот ее южная часть. Вот, поэтому не знаю, как я там буду кататься. Ну, не буду я ждать, пока он там загрузится в машину, этот виртуальный мой, блин, напарник. У меня есть видео, где я рисовал скин на этот грузовик. Я уже даже не знаю, меня вообще слышно. Потому что, конечно, громко работает. Ни в кого бы не врубиться, пока его рассматриваю. Я бы сказал, любуюсь. Вот, классный грузовик. Он такой, ну, вот такой вот он грубый, такой вот он брутальный. Чисто вот такой рабочий. Я вот хрен знает, у него, наверное, под кабиной где-то движок. Потому что точно не в салоне. Подвижная кабина такая. Блин, почему-то вот снаружи управлять очень так непривычно, неприятно. Из кабины вот. Если, допустим, в SnowRunner заколебешься управлять из кабины, вообще ни черта не сориентируешься. Но в SnowRunner там другой вообще алгоритм работы, другой принцип работы. Там, кстати, включил круиз-контроль, чтобы можно было спокойно ехать. Вот, не туда. Не на ту кнопку нажал, заглушил двигатель. Ну, нормально бывает. Вот, в SnowRunner все-таки нужно смотреть под колеса, смотреть, куда ты едешь, потому что там бездорожье, там принцип работы, принцип игры именно в том, чтобы месить грязь, ехать по какому-то какой-то шопе вообще полный. Так, у меня вообще фары горят.
Хороший грузовик, классные звуки, грязная Мексика. Вот такую грязь я встречал в российских каких-то городах. Тоже очень красиво. Очень жизненно так это все сделано. Синалоа. Добро пожаловать куда-то там. Я в испанском ничего не соображаю. Несмотря на то, что я в школе учился в специализированной испанской школе. То есть в школе с усиленным изучением испанского языка. Как-то вот так получилось, непонятно почему. Но я догадываюсь почему. К сожалению, мамы уже нет. Я не успел там о многом с ней поговорить. Почему я именно в этой школе учился, например. Потому что, в общем-то, недалеко от дома была другая школа, возможно, с изучением английского, например, языка. Вот. Почему меня мама отдала именно в эту школу? Но это была школа с усиленным изучением испанского языка, в которой я изучал французский язык. То есть вот так вот как-то. То есть мне ни испанский, ни французский в результате вообще нафиг не упали, не уперлись. Так, вот этот сейчас презерватив начнет поворачивать. Нет, смотрите-ка, не стал. Я думал, он сейчас начнет поворачивать вправо, и меня бортанет. Но нормалос. Пока нормально. Вот, очень красивая, конечно. Мексика, мне очень нравится. Мне очень нравится, там какой-то есть такой вот слева, в левой части Мексики, есть такой какой-то аппендикс непонятный, какой-то отросток. Я по наивности сначала думал, что это Чили, блин, потом вспомнил, что Чили это вообще там чуть ли не другой материк, блин. Находится черт его знает где, и никакого отношения к этому отростку не имеет. И, по-моему, даже Чили больше там, чем... Короче говоря, не суть. В общем, у Мексики слева есть такой, как бы, вот, непонятный такой участок. По нему классно ездить, и, соответственно, по Мексике прикольно ездить, потому что очень много, много всяких серпантинов в Мексике. И Мексика, надо сказать, достаточно живописная. Так, что, поехали, наверное. 65 где-то поедем. 70 уже многовато. Поехали, 70, похер. Дорога ровная более-менее. Руль я поставил не очень чувствительный, потому что эта машина более маневренная, чем капотные грузовики. Она по маневренности она ближе к европейским грузовикам, вот этим тупомордам. Ну и как-то вот так, что-то вот она мне понравилась. Их таких тупомордых, в принципе, ну, они есть практически у всех. И у Кенворда, это у нас фрайлайнер, есть у Кенворда, у Петербилта, у Мака. Вот. На Маке я даже одно время там катался какое-то время, довольно долго. У меня на него был скин. Мак 700, по-моему, это называется. Ну, что-то как-то... Кстати, вот в конвое один из свинарник, чувак такой был, друг... резинового утенка, свинарник. Вот у него Мак по, ну, как по стилю, да, по, не знаю, как это правильно сказать, вот на автомобильном таком языке. Скажи что-нибудь на шоферском, типа, да? Вот. То есть у него грузовик был по стилю, по, не знаю, как форм-фактору, там хрен его знает. Так, что там у нас, 55 можно идти. Вот как этот грузовик, на котором я сейчас еду, короче говоря. Может быть, это конкретно Мак 700 был, который вот есть в игре, ну, в American Truck Simulator. Вот, тоже такой тупомордый, и вот на нем свинарник там катался. В принципе, тогда, конечно, он казался очень уродским по сравнению с Маком резинового утенка. У него Мак LS700, что ли, называется он. Вот, он в игре тоже есть, но он нарисован не очень, честно говоря, хорошо. Мне он как-то не зашел. Он прикольный, он очень мощный, у него есть движок 800 лошадей.
он совершенно прекрасно вообще тянет, блин. Но мне он... Причем я на него, то есть я его расковырял, и вот, ну, посмотрите мои, так скажем, гайды по созданию скинов. Вот, особенно те, где я работаю с грузовиками, на которые нет скинов. Я так делал скин на... не скин, а я так делал оформление, скажем так, на... блин, кто-то прется. Ну ладно, я тут уже не пролезу, там уже понос, блин, из машин. Делал так оформление грузовика МАЗ, что-то там... 1981 года, короче, я не помню его номер, номер серии. Очень классный мод. Я на нем с удовольствием катаюсь. Он у меня есть и в American Truck Simulator, но в American Truck Simulator, в ATS, короче, господи, язык заплетается. Он, этот МАЗ в ATS очень мягкий, короче говоря. Он прямо, ну так, до противного мягкий. Его колбасит, такой он. Подвеска у него очень мягкая, вот, его там раскачивает, он на поворотах переворачивается, ну, такой странно себя ведет, в общем, ну, на нем я, тем не менее, катался, вот, 12 евро. Еле переехал через этих лежачих полицейских. Вот, и значит, на этом маке тупорылом, да, и на маке утенка тоже я ездил. Вот, я к чему говорил, что я залез внутрь этого пака, нашел, значит, декали с надписями, ну, типа наклейки, я не помню, как они назывались. А вот, где все вот эти логотип, значит, резинового утенка, он там называется как-то. Ну, Rubber Duck, это резиновый утенок. Вот у него RD Trucks, что-то такое. Как-то у него там типа своя компания, его, типа он же сам на себя работал. А, вот. И я нашел этот логотип, нашел все эти надписи на спальнике, на грузовике, и все это перерисовал. Не все, точнее, а только вот логотип резинового утенка заменил на свой. И еще там на спальник нанес, значит, каштановый лист киевский. Вот. И вот одно время так немножко поездил. Но он грубовато сделан. Так немножко как-то не впечатляет, короче. Вот. А этот вот ничего, грузовичок. Еще поставил звуковой мод последней версии. Он меняет, в принципе, там, ну, как у него добавил, во-первых, очень классно, что добавился скрип-рессор, или не рессор, а пружин-кресло, в общем, короче, какой-то скрип добавился. Его очень хорошо слышно на всяких кочках, на всяких полицейских лежачих, вот, и добавился какой-то непонятный звук, вот такие всякие, ну, звуки, вот, жизни двигателя, жизни. Вот этот вот сейчас был какой-то такой полуметаллический шелест какой-то. Что он обозначает, вообще непонятно. Съезд справа. Блин, да поехали. Я не понимаю, нахрена мне съезд справа. Ну, поехали, посмотрим. Куда нас там заведет? Держитесь левее. А почему нам ехать час? Никто не может мне сказать. Нам надо было ехать 15 часов. Сейчас уже ехать час. Мы вообще груз не потеряли. Нормально. Вообще прикол. Я что-то не понял. По-моему, я уже с таким сталкивался. По-моему, я с чем-то подобным уже сталкивался. Держитесь. Тоже в Мексике. Когда тебе... Сука. Нет, не ударился. Хорошо. Чуть отбойник не зацепил. Когда пишут, что там, допустим... 15-20 часов дорога будет занимать, а в результате ты едешь там, вот как сейчас, там, час-полтора. Вот я не понял, было... Ну, надо будет еще посмотреть, конечно, в этом видео, ну, когда я все это дело буду выкладывать. Там было 14 часов или 15 часов. Вот.
Теперь, блин, час. Вообще, как это работает? То есть получается, что если бы я в этот объезд не поехал, я бы уже, наверное, приехал на базу. Держитесь правее, затем съезд. Ну, справа. Ради бога. Мне, в принципе, все равно тут за кормом для собак уходить. Съезд справа. У собаки пока корм есть, а вот кошкам надо уже брать. У меня их 3 штуки, если вдруг чего. Держитесь левее, затем поверните налево. Вот, поэтому... Сейчас корм уже покупаем меньше, потому поверните что начали налево. Их... начали их кормить немножко пореже. Врежется. Нет, остановился. Урон прицепа, блин, чё? Врезался, что ли? Держитесь левее, затем езжай. Поверните налево. А вот это что за дорога? Поверните налево. Поехали смотреть. Если мы так рано приехали, поехали смотреть. А, расчёт ничего. Нового маршрута. Там ничего, она просто упирается в текстуру и все. Ага. Вычисление нового маршрута. Такие вот всякие призвуки двигателя. Вот я не знаю, то ли это звуки, собственно, в двигателе прописанные, либо это звуки в этом саундфиксе. Двигайтесь прямо. В общем-то, не знаю. Так, вот еще какая-то дорога. Можно, конечно, ее исследовать. Ну ладно. А это что такое? Какой-то... Ага. Во что я там уперся? Ой, деревья прям левитируют. Висят в воздухе. Ну что, 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 что? Ну, посмотрим. Может быть, удастся переехать куда-нибудь на эту самую... Блин! Так, поехали дальше. Хорошей работы. Я уже знаю, что мы там вылетим. Вот, поэтому мы туда не поедем. Тут графику немножко порвало. Это, видимо, туда я, наверное, и провалился куда-то. Ну да, возможно. Ну вот здесь вот дырка какая-то в текстуре. Мы туда, соответственно, и не поедем. Так, я машину не сильно побил. В общем-то, не особо. Держитесь правее. Вот, сейчас затем закинем груз. Направо. Если поверните закинется, направо. Если тут тоже не окажется какой-нибудь дыры в текстуре. Так что Мексика в общем и целом... Вы прибыли. Куда там нам надо грузиться? В общем-то, сюда. Так, тут ни хрена не... В принципе, все закрыто. Ну, такое вот, как бы... В общем, Мексика... Мексика нарисована хорошо. Канада, в принципе, тоже оказалась неплохая. Потому что я говорил уже, что я очень Канаду ругал. Там были такие места, о которых я говорил, где просто дорога, 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 блин, сотни километров, блин. Справа, значит, лужайка лес, слева лужайка лес, и как бы вот такая вот абсолютно однообразная. Но потом начали появляться какие-то... Ой, класс. Начали появляться какие-то городки... Вот, так что Канада так себе, более-менее. В принципе, почти себя реабилитировала. Но Мексику я прям вот люблю. Вот, еще раз полюбуемся скином. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Блин, все время хочется сказать туториал, такое модное слово такое.
ну, гайд такой, то еще одно такое же, блин, тупое слово. Короче, обзорчики, вот так скажем, на производство скинов. Кстати, вот эта вот буква L, ее надо делать меньше раза в два. Она, конечно, SU тоже надо делать меньше, но это ладно. SU, в принципе, можно на UA заменить. Вот. Ну, в общем, такой вот офигенный грузовичок. Прям хороший. С классным скином. Трубы черные, как положено. Я не люблю хромирование. Вообще не люблю хром. На этом грузовике, насколько вижу, хрома вообще нет. Прямо вот кайф. То, что надо. Не люблю хромированные баки, лестницы, трубы вообще не люблю хромированные. Это все так неестественно блестит, так все как некрасиво, в общем, конечно, вроде. Надо будет еще драйвера найти где-то тоже. Ну, блин, можно заморочиться. Я на каком-то грузовике в Евротрак-симуляторе драйвера поменял на свое лицо. Собственно, о чем я и хотел сказать. Но как я это делал, я уже не помню. Ну, в общем, короче, вот такой вот грузовик. Маленькая поездочка такая. Вот, так что до новых встреч и до новых покатушек.